Если вы устали работать удаленно и создавать рабочую обстановку на дому или в кафе, то это место для вас. Коворкинг-центр «Старт» – оборудованное помещение, где любой желающий может арендовать себе рабочее место на определенный срок. Всем нашим гостям очень понравился формат, дизайн и атмосфера, которую мы постарались реализовать в данном коворкинге. К услугам посетителей мебель, компьютеры, принтеры, зарядные устройства, высокоскоростной безлимитный интернет, ячейки для хранения личных вещей и кухня. Работу инновационного центра оценил и глава района Андрей Иванов. С таким сервисом, с таким количеством услуг, которые здесь и по доступной цене, мы будем каждый день привлекать все больше и больше бизнеса. Это возможность людям развиваться, особенно тем, у которых нет денежных средств на снятие больших офисов. Здесь будут собираться предприимчивые люди, чтобы делиться опытом и проводить время с пользой для своего бизнеса. Специально для резидентов центра прямо на территории коворкинга расположен мини-офис партнеров по банковскому обслуживанию – банк ВТБ-24. Здесь бесплатно откроют расчетный счет и предоставят расчетно-кассовое обслуживание. А также свои услуги предоставит консалтинговая группа. Совершенно недавно мы стали партнерами коворкинг-центра у нас в Одинцово. Вот, нам стало очень приятно. Мы здесь будем помогать нашим, продолжать, да, то есть наше дело, помогать предпринимателям, консультировать их, оказывать им всяческую юридическую помощь и поддержку, а также помогать в выборе системы налогообложения и вообще правильности направления их вектора бизнеса, развития. В коворкинг-центре можно получить и профессиональное развитие благодаря регулярным программам по обучению. В день открытия центра в конференц-зале состоялся первый тренинг. Четырехчасовую коуч-сессию провел известный тренер по личностному развитию Павел Вербняк. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».